Боковые судьи Сергей Летунов, Виталий Горчаков и Алексей Козлов. Встречаем участников. В синий угол ринга боксер из Смоленской области Артуш Саркисян. Из города Чехов Дмитрий Фомин. Вес 92 килограмма 500 граммов. Провел на профессиональном ринге 11 боев. Одержал 4 победы, 2 нокаута. Из Смоленской области Артуш Саркисян. Красный угол ринга. Боксеру 23 года, рост 187 сантиметров. Вес 92 килограмма 500 граммов. Профессиональный дебют из города Чехов. Дмитрий Калинкин. Первый раунд. Давай, давай, давай.
Спасибо.
Секунданта. Победу техническим нокаутом одержал Артур.